Garde à vous. Drapeau haut. La parole est à monsieur Michel Leboeuf, président des anciens combattants d'Hérouville-Saint-Clair et de Saint-Jean-Eudes. Il peut ouvrir sa feuille, déjà. Messieurs, mesdames les élus, messieurs les représentants, les présidents de Pidine, madame, monsieur, je connais, les, ma petite, alors la dame qui est habillée en polonaise, je pense, c'est ça. Ce sont des adhérents. Quand je les ai vus arriver, je les avais pas reconnus. J'ai dit, tiens, il y a un couple de Russes ici. Et puis, mesdames, messieurs, vous qui êtes ici. Dans le cadre de la fête de l'Europe et du 76e anniversaire de la signature de la victoire, signée le 9 mai 1945 par l'armée soviétique. Nous sommes rassemblés ce jour en mémoire aux milliers de morts russes ayant participé à cette deuxième tragique guerre mondiale. Hier 8 mai, nous nous sommes recueillis devant le monument aux morts à Hérouville-Bourg pour l'anniversaire de cette victoire de l'Allemagne hitlérienne qui capitulait sans condition. La liberté triomphait de la barbarie, mettant fin à toutes les exactions commises par ceux qui rêvaient d'imposer à l'Europe et au monde une idéologie totalitaire. Au jour anniversaire de cette victoire, souvenons-nous et rendons hommage à nos morts, à tous ces soldats de la métropole, d'outre-mer, des forces alliées, dont le sacrifice sur les différents théâtres d'opérations a permis cette victoire qui rétablissait la paix. Honorons la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale. Les emprisonnés, torturés et abattus, les victimes civiles, les combattants de toutes armes, les résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. Je vous remercie. Porte drapeau, drapeau bas. В рамках праздника Европы и 76-й годовщины от подписания победы, которая была подписана 9 мая 1945 года советской армии, мы сегодня здесь собрались в память тысячи погибших русских, которые участвовали во Второй мировой войне. Вчера, 8 мая, мы собрались перед памятником погибших в Ирубе, в поселке Ирубе, чтобы отметить этот праздник победы над гитлеровской Германией. Свобода завоевала Россию, свобода, которая положила конец всем трудностям, которые были установлены в Европе и в мире через идеологию тоталитаризма. И в день этого праздника, в день праздника Победы, вспомним мы и отдадим должное нашим погибшим, нашим солдатам, которые во Франции и во всех других департаментах с другой стороны. Отдадим должное всем защитникам, которые положили свои жизни, чтобы эта победа восстановила мир. Также вспомним и запомним память всех, кто погиб. И кто погиб, и кто работал на все, чтобы эта победа совершилась. Вспомним также партизан, вспомним также тех, кто был отправлен в концлагеря,
Вспомним тех, кто был расстрелян, кто был отправлен в тюрьмы. Вспомним их храбрость и их желание победы. Спасибо. И сегодня и о груди, о ном до нот ассоциацион секретарите дикси, о нотра, пур ассоциацион де засен комбатан Эрубли Сан-Клер и Сан-Жан-Одер, со сине и марке «Мерси пур ля виктуар». И сегодня мы дарим ассоциации ветеранов Эрубиля и Сан-Жан-Одер этот знак. Спасибо за победу. La parole est à Madame Delaine, maire adjoint en charge des relations internationales. Уважаемые ветераны, уважаемые депутаты, уважаемые представители Ассоциации дружбы и солидарности с Тихвином, уважаемые жители города Тихвина, которые смотрят наши передачи, дамы и господа, сегодня, 9 мая, День Победы в России. Город Эрули, Ассоциация дружбы и солидарности, Ассоциация ветеранов Эрули Сан-Клер и Сан-Жан-Озе отмечают этот день, когда в Берлине была подписана капитуляция Третьего рейха. Эта церемония будет транслироваться во Франции и в России для наших друзей и партнеров. День Победы празднуется во многих бывших советских странах, и большой военный парад проходит в Москве. В течение 30 лет город Рули, Сен-Клер, является побратимом города Тихвина в России. И эта церемония позволяет нам отдать честь памяти всем русским, погибшим во время Второй мировой войны, а также бойцам эскадрильи Нормандия-Неман.
которая воевала на Восточном фронте вместе с советской армией. Эта церемония также является возможностью подчеркнуть крепкие связи двух стран, которые воевали бок о бок против Гитлера и нацистской Германии. Это ответственность каждого из нас укреплять эти ценности и делиться ими, жить вместе в мире, свободе, братстве, и чтобы эти ценности были вечными. Особенно важно для нас отметить этот день в этом году в сложных условиях, которые парализовали нас и наши отношения. В этом 2021 году мы отмечаем 30 лет дружбы между нашими городами, 30 лет обменов, 30 лет солидного партнерства благодаря всем участникам, которые делают все для этого. В ожидании конкретизации наших планов в конце этого года мы надеемся продолжать наши связи с Китином благодаря виртуальному обмену, как, например, эта трансляция сегодня. Каждый год наши русские друзья были гостями на нашей церемонии, и мы передаем им наши пожелания мира и дружбы через эту трансляцию. Спасибо. La parole est à Madame Hérieux, présidente de l'association Amitié Tigrine. Mesdames, Messieurs, il y a 76 ans, l'armée soviétique, avec ses alliés, a remporté la victoire sur l'Allemagne nazie. Mais pourquoi les Russes prennent le jour de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale de Montréal? Quelques mots de soi. Lors de la capitulation à Entre-Olivier le 10 mai 1945 à 23h16, soit le 9 mai 1945 à 1h16 du matin le 20. Et pour cette raison, je risque la commémoration aujourd'hui, notre vie. Le sacrifice du peuple soviétique et surtout le peuple russe pendant la Seconde Guerre mondiale, ne doit être jamais oublié. Les pertes en vie humaine sont colossales et les conditions de vie effroyables. Des historiens russes estiment les pertes du conflit germano-soviétique à 27 millions. Environ 16% de la population de l'Union soviétique en 1940. Donc plus de 11 millions de soldats officiers et surtout 16 millions civils. Rappelons aussi que le siège de Leningrad, qui a duré 900 jours, est considéré comme un des épisodes majeurs qui a permis la victoire de l'armée soviétique. Alors que l'armée allemande encerclait la ville, la route de la vie a été créée. Cette route reliait la ville du reste du territoire, en passant par le lac Ladoga et de l'eau. Et la ville de la ville de la population est acheminée de la nourriture. Au mois de décembre, cette année, on célèbre 80 ans de la bataille d'Ortiquien, qui a permis l'ouverture de cette route de la ville. Aucun peuple n'a eu du réseau que le peuple russe et soviétique ont subi entre 1941 et 1945. Et aucun autre peuple n'y a réalisé ce qu'ils sont réussis en libérant avec ses alliés l'Europe de la tyrannie et du fascisme. Et c'est à nous de garder cette mémoire pour le transmettre aux générations futures. Merci. Dames et господа, 76 лет назад советская армия со своими союзниками победили нацистскую Германию. Почему русские отмечают День Победы 9 мая? Несколько слов из истории этого праздника. Акт капитуляции вошел в силу 8 мая 1945 года в 23 часа 16 минут, то есть час 16 по московскому времени.
Вот поэтому этот День Победы празднуется 9 мая. Жертвы советского, а особенно русского народа, никогда не должны быть забыты. Человеческие потери были колоссальны. Условия жизни были ужасны, но советский народ принес все тяготы. Русские историки оценивают потери в германо-советском конфликте в 27 миллионов погибших. Это 16% населения Советского Союза в 1940 году. Среди них 11 миллионов солдат и офицеров и 16 миллионов гражданского населения. Также стоит напомнить о блокаде Ленинграда, которая длилась 900 дней. Прорыв этой блокады – один из важных эпизодов, который позволил приблизить победу. Когда немецкая армия окружила Ленинград, была создана дорога жизни. Эта дорога соединила город с остальной территорией и проходила по льду Ладожского озера. Она позволила вывозить население из оккупированного Ленинграда и доставлять туда продукты. В декабре этого года исполняется 80 лет освобождения Сидина, которое позволило открыть дорогу жизни. Никакой другой народ не перенес того, что перенес советский народ в 1941-1945 году. И никакой другой народ не смог выполнить того, что сделал советский народ в освобождении Европы от тирании фашизма. Мы должны сохранить эту память, чтобы передать ее будущим поколениям. Спасибо. Porte le drapeau, drapeau. Dépôt de gerbe. En hommage aux pilotes de l'escadron de chasse, Normandie-Niemen, et au milieu, milliers de Russes morts au combat. Au mort! Le chant des partisans. Si vous voulez bien, je donne le ton et on chante en a cappella. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays aux enchaînes? Oh, les partisans! Ce
prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé les tueurs, à la balle ou au couteau, tuez vite. Ohé saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Passe à la fin. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir du corbeau sur la plaine? Merci. L'hymne russe. Marseillaise. À applaudir nos propres drapeaux. Bon, mesdames, messieurs, mesdames et messieurs les élus, merci. Merci, madame Mariani, qui avait très longtemps que vous avez vu, ça nous a fait plaisir de vous voir avec nous. Comment dirais-je, Sylviane également, qui est toujours avec nous. Et puis, les présidents de l'amitié Tigvine, les élèves, merci les élèves d'être avec nous. Ça nous fait toujours chaud au cœur quand on a une commémoration ou une cérémonie patriotique, qu'on ait des jeunes avec nous. Écoutez, merci à tous, merci à mes porte-drapeaux. Et puis, je pense que c'est la fin de la cérémonie. Merci beaucoup.